В Тверской области захоронили останки 9 воинов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла в минувшие выходные в Оленинском районе. Мероприятие было приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также 30-летию МЧС России и проводилось по инициативе руководства регионального управления чрезвычайного ведомства. Останки красноармейцев были найдены в поле вблизи села Молодой Тут специалистами сводного отряда из Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Ногинского спасательного центра МЧС России, Тульского спасательного центра МЧС России в рамках комплекса мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Руководством регионального управления было организовано мероприятие по захоронению бойцов со всеми почестями. Открывая торжественную церемонию, директор департамента спасательных формирований МЧС России генерал-лейтенант Игорь Кутров отметил важность работы по поиску и захоронению останков советских солдат. Любая война заканчивается после того, как захоронен последний солдат. Эти слова мы с вами знаем с детства. К сожалению, минуло уже более 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Но очень большое количество защитников Родины продолжает оставаться без вести пропавшими и по-человечески непогребенными. Примечательно, что торжественное мероприятие было организовано на территории братской могилы советским воинам на улице Ленина в селе Молодой Тут. Здесь уже покоится более 2000 бойцов, которые принимали участие в кровопролитных боях 1942-1943 годов. В рамках церемонии в братскую могилу представители военно-исторического поискового отряда «Орел» захоронили еще 9 погибших солдат и офицеров советской армии, останки которых удалось обнаружить в течение первой недели пиротехнических работ. По традиции, присутствующие почтили минуты молчания память воинов, а благочинный Оленинского округа отец Александр прочел за упокойные молитвы. От раны глада скончавшихся, пленений и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победа ради... После проведения церемонии захоронения участники митинга возложили цветы и венки к братской могиле, отдав дань уважения и почтения всем погибшим в Великую Отечественную войну.